Что делать, если вы оказались в чрезвычайной ситуации? Для начала не паниковать. Далее, соблюдая спокойствие, по возможности покинуть опасное место, используя аварийные выходы. Оказавшись на улице, необходимо позвонить в службу спасения по телефону 112 и ждать приезда специалистов. Все это и многое другое рассказывают, а главное, наглядно демонстрируют на тематических учениях, которые проходят по всей Московской области в единый день эвакуации. Чтобы укрепить навыки и умения людей действовать в экстренной ситуации, местные администрации также прошли учения. Они проводятся ежеквартально по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Можно с уверенностью сказать, что благодаря подобным тренировкам граждане точно знают, как необходимо вести себя в случае возникновения пожара и других экстренных ситуаций. Итоги сегодняшней тренировки будут еще анализироваться, но самое главное достигнуто. Люди выведены в безопасное место в установленный срок, а это говорит о том, что в реальной ситуации никто не погиб и не пострадал. Всего в городском округе Щелково совместно с сотрудниками МЧС тренировки были проведены на 50 объектах. Это учреждения образования, культуры, спорта, здравоохранения, социальной защиты и торгово-развлекательные комплексы. Всего в этот день успешно эвакуировались 4000 человек. Нужно помнить, что самое важное в чрезвычайной ситуации – помочь себе и окружающим сохранить жизнь и здоровье. А для этого нужно соблюдать спокойствие и следовать всем инструкциям спасательных служб. Мария Буржинская, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.